Привет вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть в Warcraft. Что-то там хаос. И так мы сейчас занежить. Занежить-то немного поинтереснее. В каком-то плане это будет. По крайней мере, начало. Глазам своим не верю. Мал'Ганус! Не знаю, как тебе удалось спастись, но... Успокойтесь, принц Ардес. Меня зовут Тикондрус. Я повелитель ужаса, как и Мал'Ганус, но я не враг вам. Напротив, я пришел вас поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с испытанием. Убил отца, отдал эти земли во власть тьмы. Короля мертвых радует твой энтузиазм. Да, все, чем я дорожил в своей жизни, я принес в жертву ему. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места для стыда и раскаяния. А жаль, зря. Рунный клинок, покоящийся в твоих ножнах, был выкован королем мертвых. И знаешь зачем? Чтобы поглощать души смертных. Твоя душа стала первой. Ну что ж, души мне не жаль. Я проживу и без нее. И что же от меня нужно королю? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди черни скрывается множество последователей этого культа. Собери их, и я расскажу тебе, что делать дальше. А вот с какого хрена я начал слушать какого-то демона? Никто мне не скажет. Никто не смеет мне приказывать. Угу. Итак, я опять начинаю слабым, немощным. Ну-ка, я смогу тебя убить. Цель неуязвима, тварь. Наконец-то! Ну что еще? Вот так-то лучше. Наконец-то! Так, мне пока негде, да, собирать? Так-то лучше. Угу. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Да, приветствую вас, повелитель. Кел'Тузет предупредил нас о вашем появлении. Кел'Тузет? Как он узнал? Будьте осторожны. Если горожане увидят ваших слуг, они позовут стражу. И тогда нам не избежать боя. Давай. Да иду. Ну-ка. Говори, глупец. Принц Ардес? Да сейчас. Проклят изменник! Отомстим за короля! Жаждет крови! Наконец-то! Повелитель! Вся моя жизнь служение! Во славу плети! Фростморн жаждет крови! На! Помогите! Твоя душа! Принадлежит мне! Вернулась! Ну-ка. Никто не смеет мне приказывать. Вот так. Во славу плети! Фростморн жаждет крови! Будем уничтожать все и вся. Во славу плети! Помогите! Наконец-то! Загляните на кладбище. Те, кто похоронен там, будут служить вам верой и правдой. Наконец-то! Что ты хочешь увидеть? Угу. Полегче! На! Ну что еще? Кого еще тут можно? Вот так-то лучше! Чего? Говори, глупец! Давай! Фростморн жаждет... Ой-ой-ой-ой! Полегче! Во славу плети! Говори, глупец! Давай! Ты узнаешь, что такое боль! Полегче! Чего? Никто не смеет мне приказывать! Убьет он меня или нет? Убил нахрен! Начать заново! Давай заново!
Блин, ну ладно. А так-то смешно получилось. Это мы прошли, подожди, давай, сразу. Ну что еще? Полегче. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Во славу плети. Приветствую вас, повелитель. Кел'Тузет предупредил нас о вашем появлении. Кел'Тузет? Как он узнал? Будьте осторожны. Если горожане увидят ваших слуг, они позовут стражу. Давай. И тогда нам не избежать боя. Надо просто стать чуточку сильнее, вот и все. Во славу плети! Страна! Повелитель! Никто не смеет! Ну что еще? Вот так-то лучше! Наконец-то! Давай! А, подожди, вот здесь же еще вроде был один. Вот еще один. Фростморн жаждет крови! Загляните на кладбище. Те, кто похоронен там, будут служить вам верой и правдой. Посмотрим. Давай, я духа отправляю. Ну-ка, давайте-ка сохранюсь. Так. Что ты хочешь увидеть? Тайное станет явным. Я иду. Тайное станет явным. Так, куда мне тут идти-то? Я иду. Ну давай. Я посмотрю. Посмотрим. Полегче. Фростморн жаждет крови. Тревога! Я заставлю нежить! Жизнь наконец-то! Замерзула. Давай, пока мы тебя не будем в бой отсылать, раз ты слабенький Фростморн такой. Фростморн жаждет крови. Ты узнаешь, что такое боль. Ласло, наконец-то. Я так чувствую, что я должен был другим путем Фростморн уходить. Фростморн жаждет крови. Во славу плети! Дела не ждут. Милорд. Наконец-то! Во славу плети! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Помогите! Наконец-то! Вернулась! Склоняюсь перед вашей волей. Фростморн жаждет крови. Я буду твоими глазами. Итак, я убежать-то убежал. Ты увидишь все. Ну-ка, давайте сохраню. Сохранюсь и подождите, я сейчас покормить надо их. Я буду твоими глазами. Наконец-то. Проклятый принц. Давай. Блин, как бы меня не загасили бы опять. Вот так-то лучше. За короля мертвых. Фростморн жаждет крови. Ай-яй-яй-яй. Ты увидишь все. Ну что еще? Фростморн! Так, убийство указано, да так, нет. Повышение скорости перемещения. Угу. Чего? Жрите. Надо восстановиться я вам. Буду твоими глазами. Говори, глупец. Что ты хочешь увидеть? Давай, где ты там? О, Ницца этот, блин, еще в живых остался, нахрен. Тайное станет. Вот еще явным. Один конник. Я посмотрю. Я иду. Понятно. Я посмотрю. Давай. Посмотрим. Тайное станет явным. Кладбище.
Я иду. Которое мне надо посетить. Посмотрим. Так, куда? Я посмотрю. Он посмотрит. Посмотрим. Итак, ладно. Я иду. Сейчас надо протащить только этого воина. Я посмотрю. Где у нас еще есть? Горожане. Я иду. И у них там кулачные бои. Ну что еще? Помогите! За короля мертвых! Нежить вернулась! Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Давай. Во славу плети! Наконец-то! Полегче! Так, подожди. Не спеши. Во славу плети! Ты сюда. Жизнь наконец-то замерзула. Фростморн. Нам повезло. Здесь есть несколько свежих могил. Именем короля мертвых восстань! Давай. Чего? Говори, глупец. Полегче. Так, задание обновились. Спасти 20 послушников. А Артас не должен погибнуть. Давай. Вот так-то лучше. Я буду твоими глазами. Сейчас-то вроде полегче все это прошли. Баталию вот эту. Я посмотрю. Сюда. Я иду. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Ты увидишь все. Я посмотрю. Тайное станет явным. Говори, глупец. Замолись перед смертью. Разбойники. Вот так-то лучше. Спасайся, кто может. Да ни хрена, сейчас мы захреначим вас. Наконец-то! Вот и... Твоя душа принадлежит мне! И эти тоже хреначат, помогают. Прикольно. Я буду твоими глазами. Я посмотрю. Тайное станет явным. Давайте. Ну, еще? Бей. Городская стража. Я заставлю тебя страдать. Так. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Жизнь и не надейся на быструю смерть. Я заставлю тебя. Что ты хочешь увидеть? Давай. Я все хочу увидеть. Я моя жизнь служение. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Твоя душа принадлежит мне. Никто не смеет мне приказывать. И не надейся на быструю смерть. Ну что еще? На нас напали. Фростморн жаждет крови. Давай. Наконец-то. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Я почему не могу поднимать трупаков-то? Твоя душа принадлежит мне. За короля мертвых. Я заставлю тебя страдать. Фростморн. Давай. И не надейся на быструю смерть. Задротикус.
За короля мертвых! За короля мертвых. За кого еще-то? Вот так-то лучше. Ты увидишь все. Давай сначала сюда. Хочу увидеть все. Ну что еще? Что ты хочешь увидеть? Я посмотрю. Никто не смеет мне приказывать. Склоняюсь перед вашей волей. Говори, глупец. Давай. Ну что еще? Жизнь за Нерзула. Давай, ешь. Ждем, когда поправится. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Проклятый принц. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. На. Наконец-то. Вот и все. Я буду твоими глазами. Будь. Будь или не будь. Подожди, я сохраню. Сделай же что-нибудь. Посмотрим. Я иду. Давай. Я посмотрю. Так. Тайное конник один. Явным. Я нам не нужен нисколько. Тайное станет явным. Я посмотрю. Я иду. Я посмотрю. Ой-ой-ой. Я посмотрю. Посмотрим. Тайное станет явным. Кого-то сжигают. Я посмотрю. Полегче. Так. Во славу плети. Наконец-то. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то лучше. Ну что еще? Говори, глупец. Блин. Ты всех нас предал. Во славу плети. На нас напали. Фростморн жаждет крови. Полегче. Ну что Давай. Еще? Наконец-то. Сейчас подкормитесь. Полегче. Да еду. Жрите, жрите. Набирайте сил. Господи, какие вы страшные. Никто не смеет мне приказывать. Пойдем дальше. Во славу плети. Наконец-то. Твоя душа принадлежит мне. Да. Угу. Ну что еще? Угу. Давай, ешь. Блин, чё так? Уроки пришли делать. Полегче. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн сюда вниз. Жаждет крови. Во славу плети. Фростморн. Толпой одного сначала гасим. За короля мертвых!
Твоя душа принадлежит мне. Даже не знаю, стоит ли мне его воскрешать. Нет? Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Во славу Блети! Наконец-то! Мертвецы поднялись! Вот так-то лучше! Нежить вернулась! Фростморн жаждет крови. Вот так-то давай, лучше. Давай, давай, убегай, убегай, убегай. Фростморн! Будь ты проклят, нелюдь! Да. Почти получилось. И не надеяться на быструю смерть. Конечно, нет. Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Да иду. Склоняюсь перед вашей волей. Полегче. Так. Я заставлю тебя страдать. Во славу Плети. Чего? Ты увидишь все. Никто не смеет давай мне приказывать. Вот так-то лучше. Угу. Полегче. Угу. Живи, давай. Никто пополняйте не смеет здоровье, мне сейчас приказывать. Мы пойдем уже. Так, ну ладно, сохраним. Во славу Плети. Фростморн жаждет крови. Жизнь за мою жизнь служение. За короля мертвых. Кто тут? Ты узнаешь, что такое боль. Вот так-то лучше. Помогите! Твоя душа принадлежит нежить мне. Вернулась. Да. Вот Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Пощады, милорд. Нету тут никому. Во славу Плети. Вот так-то лучше. Жизнь за Нерзула. Так, я где остатки? Глазами. Посмотрим. Я посмотрю. Я иду. Посмотрим. Я посмотрю. Тайное станет. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Во славу Плети. Полегче. Ты увидишь всё. Ну что еще? Ты сгоришь в аду. Склоняюсь перед вашей волей. Наконец-то. 20. Основное задание выполнено. Сейчас мы этого еще добьем на лошади. Прекрасная работа, рыцарь. Культ проклятых почти возрожден. Лордерон лежит в руинах. Не понимаю, зачем нам теперь эти фанатики? Они еще пригодятся тебе. Для чего? Ты отправишься в Андорал и найдешь останки их бывшего хозяина, некроманта по имени Келтузет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!